Здравствуйте. Такой пляж у меня. Вот такие вот острова. Это Индонезия, остров Ламбок. Километров, наверное, 100 от Бали. Вот, меня зовут Роман. Соответственно, этот видеоряд, видеоотзыв. У меня просто на голове голова чуть обгорела. И я в такой шляпе. Обычно такое не ношу. Да, и этот отзыв, этот видеоряд хочу оставить для Глеба Молчанова, мастера, гипнотерапевта, человека с большим сердцем, с большой душой, человека, мастера своего дела с точки зрения психологии, проработок, изменения отношения к ситуации. Я обращался к Глебу с проблемой зависимости от чужого мнения, страхи проявляться, боясь, что обо мне подумают, боясь, что мне что-то напишут. Могу сказать, что эффективность работы с Глебом очень мне нравится. Я максимально доволен. Как можно там за 40 минут, за час с человеком просто по скайпу поговорить, и потом изменение жизни, качественное изменение жизни чувствуется постоянно. То есть ты один раз поговорил, тебе один раз сделали, грубо говоря, настроили шарниры в голове, и потом у тебя все время можно этим пользоваться. Вот. И эта работа, которую Глеб делает, я в шоке, короче. Я ложусь, глазки закрываю, меня вырубает. Он меня уже в конце будет, говорит: Роб, распайся. Мы уже все сделали тебе. Добро пожаловать в новую жизнь. И я выхожу, начинаю проявляться, начинаю как-то с миром взаимодействовать. И действительно вижу на самом деле изменения. То есть мне становится легче проявляться, легче снимать видео, легче, соответственно, что-то говорить. Да, легче как-то выходить на контакт с людьми, легче к ним идти, да, вопросов социофобии. Вот. И поэтому Глеба с точки зрения именно вот решения таких вот моментов, решения такой вот усиления меня, да, как брони, или наоборот, как бы такой трансляции своей, не боязни трансляции своей уязвимости, вот в этом он мастер. Вот. Поэтому у кого такие же вопросы, или может быть близкие, или может быть вообще нет, Глеба как мастера рекомендую, парень гений. Ну вот гению я по-другому, соответственно, сказать ничего не могу. Поэтому, кто думает, обращайтесь, пожалуйста, все мои эмоции, все мое имя, пожалуйста, везде в открытом доступе, за каждое слово отвечаю и за мастера могу поручиться. Все, всем пока, удачи!